этот американский танцевальный дуэт стал третьим. Вообще, Екатерина, вот ощущение в произвольном, когда вот вы катаетесь раньше основных конкурентов, потом поднимаетесь по таблице. Честно, мы даже не могли это понять, потому что это зрители видят, как мы сидим в этой комнатке зеленой, да, и машем всем, и смотрим программы, как катают ребята, ждем оценки, все в нетерпении. А на самом деле, пока кто-то на льду катается, мы быстренько перебегаем в микс-зону, чтобы дать интервью, чтобы полчаса после этого не давать. И когда ребята откатываются, мы быстренько бежим обратно, машем ручкой, что ура-ура, мы посмотрели, ждем оценок, как же волнительно. Потом камера включается, мы снова бежим давать интервью, потому что на чемпионате мира особенно очень много средств массовой информации. Кому-то надо на телевидение дать интервью, кому-то на английском. Журналы, газеты, и интернет-ресурсы, все хотят получить эксклюзив после проката на свежих эмоциях, поэтому мы не сидим, не смотрим, не ждем этих оценок в предвкушении. Вот. Поэтому... Вот такая внутренняя кухня. А много одинаковых вопросов задают коллеги? Ну, в основном, да, да. То есть нам задавали вопросы, вот как ощущения после пропуска 3 лет чемпионат мира. Вот сейчас вы выходили. Да, опять же, вот почему такие оценки в коротком? Ну, стандартные основные вопросы. Ну и на этом зеленом диванчике кто-то дает знак? Все, ваше время вышло, вам пора уходить. Вчера была забавная ситуация, мы в очередной раз побежали давать интервью, мне просто уже принесли мои коньки, салфетки, кофту, то, что я оставила в зеленой комнате, сказали, вот, ваши вещи, мол, там уже другие пришли. Вот, но при этом мне не передали плеер мой очень-очень древний, но сегодня, слава богу, мне его вернули, потому что я очень переживала, что я могла его окончательно оставить здесь. Тоже перед зрителями хочется извиниться, что иногда приходится говорить во время выступления ребят. Мы понимаем, что всем хочется посмотреть показательные. Это я лично извиняюсь, просто очень хочется побольше вам рассказать, поделиться эмоциями. А так как язык у меня длинный, я всегда очень много говорю. Иногда заканчиваю разговор к концу проката той или иной пары, или одиночника, или одиночницы. Поэтому простите меня, пожалуйста. Такие уж мы, да, болтуны в прямом эфире. Майя Алекс Шебутани, бронзовая медаль чемпионата мира. А в прошлом у них серебро было, в прошлом году, по-моему. Вот, по-моему, да. Нет. Я не отвечу, если честно, правильно, на этот правильно. Вопрос. Правильно, правильно, в прошлом году не было. Нас там не было, в общем. Ну, я здесь. Как в команде Жюлин Тим восприняли вот этот успех? То есть это успех для вас? Мы вчера очень много, на самом деле, с тренерами говорили. Мы в основном после совсем-совсем после старта не видимся, потому что тренеры собираются сразу улетать практически. Вот, а вчера мы пришли в номер, и тренерам говорили, очень много обсуждали. Уже